Привет, это подборка классных товаров с AliExpress. А если ты хочешь получить $10 уже через час после просмотра этого ролика, то прямо сейчас жми на паузу или прочитай эту новость в сообществе канала. Этот смарт-кабель сделает зарядку вашего гаджета более безопасной и информативной. Ведь это умный кабель USB Type-C со светодиодным дисплеем и таймером отключения. С помощью этой функции можно установить время от 1 до 10 часов, чтобы зарядка автоматически прекращалась. Кроме того, светодиодный дисплей позволяет просматривать напряжение и ток. Кабель доступен в черном и красном цветах и может предложить скорость передачи данных до 480 Мбит в секунду. Вам, наверное, знакомо такое выражение, как 100К за снеговика. Если да, то советую вам посмотреть видео о том, как ребята с канала YD делают снеговика под микроскопом, как раз для этого конкурса. Если что, ссылочка в описании. Вот еще одна невероятная вещица из Китая. Это беспроводной ушной эндоскоп от фирмы Xiaomi. С его помощью можно наблюдать за процессом очистки ушной раковины от серы с экрана вашего смартфона. И тем самым не пропустить ни один участок с загрязнением. Стик компактный и очень удобный, идет в комплекте с магнитно заряжаемой базой на 350 мАч. Также в комплекте идет 17 различных насадок. Идеально подойдет для детей и людей с маленькими ушными раковинами. А это, как заявляет производитель, самый мощный светодиодный фонарик. Мощность светового потока составляет 90 тысяч люмен, что, как я думаю, маловероятно. Но свои 20-30 тысяч люмен он явно имеет. Стильный и современный дизайн, удобная рукоять, изготовленная из авиационно-алюминиевого сплава, также имеет водонепроницаемость класса IPX6. На кнопке включения присутствует индикатор заряда батареи, которая питается как от пальчиковых батареек, так и через USB кабель. Все, что нужно для ночных прогулок. Также фонарик отлично подойдет для охоты, в туристической поездке и других случаях, когда важно иметь качественный прибор для освещения. А с этой настольно-вакуумной 3D машиной можно наладить производство рекламно-сувенирной продукции прямо у себя дома. Термопресс используется для высококачественного термопереноса изображения на предметы, имеющие неровные поверхности, такие как кружки, рюмки, тарелки, декоративные камни и защитные чехлы для смартфонов и планшетов. Принцип работы вакуумной 3D машины прост. Изображение, напечатанное сублимационными чернилами на специальной бумаге или пленке, переносится на заготовку при помощи высокой температуры и давления, создаваемого в тепловой камере вакуумной 3D машины. Преимущество использования специальной сублимационной пленки состоит в том, что она под воздействием температуры тянется и идеальным образом облегает запечатываемый предмет, что позволяет улучшить качество цветопередачи, не оставляя при этом заломов. Вот прикольный и необычный сенсорный светильник в виде льющегося вина или виски из бутылки. Фишка этого ночника в том, что на него можно установить абсолютно любую бутылку от вина, виски, коньяка или водки. Светильник имеет 7 режимов освещения, которые сменяются прикосновением ладони. Такая вещица станет отличным украшением вашего барного столика или другого места в доме. На подарок она, кстати, тоже сгодится, только не забудьте прикупить еще и бутылочку горячительного напитка. Если вы являетесь счастливым обладателем двухэтажного частного дома либо коттеджа, то следующий товар поможет сделать встроенное освещение ступеней лестницы, ведущей на второй этаж. Эта светодиодная лента достаточно просто монтируется и подключается к сети. Благодаря встроенным датчикам движения светодиоды загораются только в момент прохождения по ступенькам. Лента имеет два режима работы – дневной, когда ступени подсвечиваются слабым светом днем и ярким ночью, и ночной, когда подсветка срабатывает только в темное время суток. По такой лестнице подниматься будет одно удовольствие.
С этой ручкой штангенциркулем производить замеры и делать отметки станет намного проще, ведь в данном случае это не только канцелярская принадлежность, но и измерительный инструмент. Этот многофункциональный инструмент подходит для тех, у кого в ежедневной работе есть необходимость что-либо измерить и записать. С этой ручкой вы всегда будете иметь необходимые предметы при себе, не боясь их где-нибудь забыть. Посмотрите на эту штуковину. Это настоящая машина для производства таблеточных конфет. Она компактна, проста в установке, в использовании и обслуживании. Пресс машины может производить 5000 порошковых таблеток в час. Вы можете изготавливать не только круглые конфеты, но и различной геометрической формы. Таблетки могут иметь впечатанные знаки или символы с обеих сторон. На данном оборудовании вы также можете самостоятельно устанавливать различные штампы, регулировать глубину наполнения и ширину таблетки, а также сможете удивить своих гостей необычными конфетами собственного производства. А это качественный и прочный кабель 3 в 1 с интерфейсами USB Lightning, USB Type-C и Micro-USB. Кабель имеет специальную конструкцию в виде рулетки. Это позволяет увеличивать его длину при необходимости от 35 см до 1 метра и сматывается в специальный отсек тогда, когда не используется. Благодаря этому не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше обычного кабеля. Кабель отлично подойдет для зарядки вашего смартфона, планшета и других устройств с подходящими разъемами. Посмотрите на этот крутой корпус для компьютера. Он необычной шестигранной формы с боковыми прозрачными стенками. Помимо этого в корпус монтировано 6 радиаторов системы водяного охлаждения с радужной светодиодной подсветкой. Такой корпус станет крутой визитной карточкой настоящего геймера, а не просто инструментом для победы. Следующий товар будет полезен на кухне, а также при уборке ванной комнаты, да в принципе и всего дома. Эти перчатки-щетки обладают силиконовыми ворсинками, благодаря чему образуют большое количество пены во время мытья посуды и других предметов. Гибкие щетинки бережно очищают и проникают даже в самые трудные для чистки места. Такие перчатки из силикона могут быть использованы для очищения поверхности ванной комнаты, кухни, а еще для качественного мытья посуды. Также они надежно защитят кожу ваших рук от контакта с водой и моющими средствами. А эта вещица понравится настоящим поклонникам вселенной Marvel. Это точная копия скипетра Локи. У скипетра длинная рукоятка и два острых клинка, между которыми установлен камень разума, который светится прямо как настоящий. Скипетр не только украсит ваш интерьер, но и удивит гостей на тематической вечеринке или станет отличным подарком другу, который является фанатом вселенной Marvel. Теперь для того, чтобы у вас была горячая вода, вам не нужны больше ни громоздкий бойлер, ни центральное отопление. Просто установите этот водонагревательный кран там, где он больше всего вам необходим. Не обязательно в помещении. Его также можно поставить на летней кухне или в гараже и наслаждаться горячей водой даже за пределами дома. Благодаря нагревательному элементу мощностью в 3 кВт больше не нужно томиться в ожидании, пока вода станет нужной температуры. Включите этот кран и уже через 5 секунд из него пойдет горячая вода. А следить за температурой помогает встроенный цифровой дисплей. А вот герметик в виде самоклеющейся ленты, который с одной стороны покрыт бутилкаучуком, а с другой армированной алюминиевой фольгой. Эта чудо-лента подходит для герметизации швов и стыков конструкций из разных материалов – бетона, металла, дерева и пластика, быстрого ремонта и герметизации элементов крыши, систем водостока, трубопроводов, сантехники и многого другого. Перед нанесением герметика рабочую поверхность необходимо подготовить, осушить, очистить от грязи и пыли, ржавчины и следов коррозии. Просто снимите с ленты антигезинное покрытие и наносите герметизирующей стороной на рабочую поверхность.
и что очень удобно, при работе с герметиком не требуется специальных защитных средств. Посмотрите на этот необычный рюкзак. Особенность этого рюкзака в том, что в сложенном виде он помещается в небольшой мешочек размером с ладонь, а при раскладывании превращается в полноценный рюкзак объемом 20 литров. Выполнен из водонепроницаемого нейлона и весит всего 75 грамм. А отлично подойдет для путешествий, занятий спортом или похода на пляж. Следующий товар поможет вам в поисках сокровищ. Это металлоискатель высокой чувствительности. В нем есть отличная глубина и великолепное разделение целей. Прибор способен идентифицировать даже маленькую монетку-чешуйку. Он максимально легок, а значит очень комфортен в поиске. На встроенном ЖК-дисплее вы можете просмотреть состояние заряда вашего аккумулятора, создать свой собственный шаблон масок дискриминации, чтобы игнорировать те или иные металлы, изменить рабочую частоту режима поиска и чувствительность или активировать режим «Все металлы». Эта вещица создана специально для тех, кому становится плохо от качки в транспорте или на море. Это очки от укачивания, а оправы очков представляют собой трубки, внутри которых залита жидкость синего цвета. Жидкость имитирует линию горизонта, и действительно, ее уровень всегда соответствует положению реального горизонта относительно вашей головы. Это, в свою очередь, позволяет разрешить конфликт между органами чувств, который производит к возникновению неприятных ощущений в транспорте. По словам разработчиков, очки способны устранить симптомы всего за 10 минут и справляются с 95% случаев. С такими очками вы сможете спокойно читать и пользоваться гаджетами во время движения. А если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть классный приз из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Желаю всем успехов и пока-пока!